Наркотики прятали на детских площадках. Сотрудниками регионального управления ФСБ пресечен канал поставки наркотиков из Таджикистана в Ивановскую область. Оперативники задержали гражданку Узбекистана. С собой у нее был сверток с 20 граммами героина. Еще более 200 граммов наркотика было обнаружено при обыске у нее дома. В преступной схеме иностранка выполняла роль закладчика. Она принимала партию наркотика, а затем закладывала расфасованные пакеты в условленные места, откуда их и забирал потребитель. Нередко таким местом становились детские дворовые площадки. В отношении обвиняемой возбуждено уголовное дело. Женщина находится под стражей.